Конкурсная комиссия Ассоциации муниципальных образований Самарской области рассмотрела заявки на конкурс лучших практик территориального общественного самоуправления. ТОСы – это структуры, которые создаются в кварталах, микрорайонах, больших городов или в сельских поселениях, чтобы оказывать жителям содействие в разных вопросах – от благоустройства территории до проведения мастер-классов и спортивных состязаний. В текущем году на конкурсный отбор в Самарской области было представлено 18 проектов. И сегодня мы должны отобрать проекты по 7 номинациям из 8 предусмотренных положений. Это связано с тем, что по номинации «Социальная поддержка населения» заявки к нам не поступили, к сожалению. В результате бурных обсуждений конкурсная комиссия выбрала 7 победителей в разных номинациях: благоустройство и экология, межпоколенческие связи, формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт, лучший председатель ТОС и другие. Все победители получат гранты, средства из бюджета Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области. Их нужно будет направить непосредственно на деятельность территориального общественного самоуправления. Создание ТОСов предполагает участие в разных конкурсах и привлечение разных средств, в том числе с федерального бюджета и с фонда президентских грантов, на развитие территорий. То есть это дополнительная возможность улучшить свою территорию за счет внешних каких-то вливаний. Цель конкурса – не только поощрять самых активных участников, но и распространять лучшие практики на другие ТОСы, привлекать территориальное общественное самоуправление к работе на благо жителей. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.